Детский образцовый цирковой коллектив «Белый-рыжий» более 20 лет существует в Домодедове. А с октября прошлого года филиал студии открылся на базе Дворца культуры города Видное. Сейчас занятия посещают уже порядка 10 детей. В них есть огромный потенциал, у них есть желание заниматься, все у них получится. И я уверен, что скоро мы порадуем именно с этими детьми, своими выступлениями видновчан. Руководитель студии Иван Боков сам почти 20 лет выступал на арене цирка. В 2003 году решил передавать свой опыт подрастающему поколению. Цирк, понимаете, он не для всех подходит, и каждый пробует себя. Если ему подходит атмосфера, если ему подходят те нагрузки, которые мы даем, если он себя в этом видит, то у ребенка все получится. После основной разминки ребята распределяются по жанрам и тренируются, а преподаватель помогает в выполнении упражнений. Многие участники студии уже определились, в каком виде циркового искусства им интереснее работать. У меня получается мостик уже с ног. Еще у меня получается колеса. Мне очень нравится в цирковой школе. Я хорошо делаю шпагат, колесо и двойной кувырок. А ты до этого занималась каким-то видом спорта? Занималась гимнастикой. Я на прошлом уроке училась только как-то крутить обруч. Ну, а вот сегодня я почти уже научилась. Осталось только самый сложный элемент сделать. Какой? Ну, где вот тут крутишь... Это обруч. А потом как-то на какой-то момент хвать и вот так. А потом вот так. Ваня Алексик посещает занятия вместе с младшим братом Егором. Ребята хотят научиться жонглировать. Мне захотелось научиться жонглировать и стоять на цилиндрах и делать еще что-нибудь интересное, даже то, о чем я еще не знаю. Привлекает детей и необычное название студии. Раньше было всего два клоуна. Белый и рыжий. Белый – это резонер, это клоун, который находится в депрессии, у которого проблемы. И выходит рыжий, яркий, солнечный хулиган, который над ним издевается. Просто мне понравилась реклама, ну, афиша. И мне захотелось сильно, просто я ходила на танцы, и там было очень скучно. И это, я подумала, что тут очень интересно, и так и оказалось. Напоминаем, что набор детей в цирковую студию продолжается. Занятия проходят два раза в неделю, по вторникам и пятницам, в Большом зале Дворца культуры. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.